Приветствую ребята на канале СКС Союз глобальных стратегий и с вами Сталин. Я хочу напомнить вам, что у меня есть свой собственный канал Стратегии со Сталином, ссылку на которую я оставлю в описании этой игры, а также у нас есть группа ВКонтактах, ссылка будет тоже в описании игры. Сейчас мы вернемся к игре. Как вы помните, в прошлой серии мы захватили, так сказать, Латинскую империю. Мы стали императором Латинского королевства. Ну, не королевства, а империи. Императору эта борода не очень подходит, так что мы его поменяем. Но лучше нету. У нас есть один наследник. У нас какие тут законы? Первородство, да, это все отлично. Можем узурпировать титул. Но денег для этого не хватает. А что это за титул? Ага, ясно. У нас тут везде православие, а тут католики все, да? А мы можем принять католичество? Да, ему... Он пока еще только что родился, так что его обучать невозможно. В тюряге у нас сидит наш брат. Пускай сидит, и включаем время. Да, помогаем ему. И что у нас с армиями? С армией все пока нормально. Да, их призвать нету смысла. А у Византии что там? Зелевс Фарфоломен. Охренеть можно, сколько у него войска. 13 тысяч. А у нас 6 тысяч. Королевство Иерусалима. Можем объявить войну. Эти острова, но стоит ли? Вот в чем вопрос. Нет, не стоит. У него 11 тысяч армия. Ты где это у нас фабрикуешь претензии? Тут, да? Расцвет Ганзы. Ты где крадешь технологии в Византии? Да, мы с технологиями не очень. Вот этот титул нам нужен. Претензии мне тут. Пускай будет эти претензии. Закончилась война, да, наши выиграли. Один к дипломатии, пожалуй, ему почетный титул вот такой вот. Неуловимый
Кень. Охренеть можно. Девочки интриги дают. Два к военному, одну дипломатии. Нет, два дипломатии, а минус один к управлению. Да. Какое состояние войны? Вы что, охренели, что ли? Объявляем войну. Призываем наших союзников. Его призвать мы не можем, потому что он тоже воюет с этим парнем. А остальных мы всех призовем, почему бы нет. Даже Византию призовем. И все. Сейчас мы поднимем наши войска. Охренеть можно, неудачно мы это все сделали. А ну-ка, ребята, туда. А вы сюда. Мы так всех наших ребят расхерачим, так что надо убегать сюда. Один полководец умер. И сразу же опасная фракция. Иди-ка выясни, что она хочет. Все сюда, я сказал. Идет в Галич. Мы тоже в Галич пойдем тогда. Охренеть можно. Опаньки, назад, назад, ребята. Шестнадцатого мы уйдем, а он 11-го уже тут будет. 20-го. 17-го. Тогда стоим здесь и ждем. Все сюда. Берем долг. Изгоняем евреев. Выясняя с ней отношения. Одного командира потеряли. По-моему, он был евреем. Труса нам не надо тут.
стоим здесь, теперь нанимаем тут войска. И все сюда. Уже, ребята. Она покинула, да, фракцию? Еще разок. 97%. Сюда. Жена беременна и 100%. Все, война закончилась, распускаем этих ребят. За авантюриста. Кто ты такой? Да, это угроза нам через 2 года, да. Узурпируем титул. Акции нету. Ну-ка, включаем время. Принимаем. У нас война с Грузией, да. Мало, 40. Пошлем подарок вот так вот. И тебе тоже пошлем подарок. И тебе тоже. Охренеть можно, ты очень много бросишь. Тогда тебе пошлем подарок вот так вот. И тебе подарок. И тебе. Сейчас посмотрим.
74%. Мало, все равно мало. Тебе тоже подарочек. И тебе. Сто 8%. Охренеть, можно его тоже надо. 103 монету требует, да. Девяносто 8%. Федор. Пускай будет Федор. Сейчас посмотрим. 103%. Сейчас мы его должны замочить по правду. Интрига у нас вообще нету, так что берем интригу. Где ты, милый мой? Ты тут, а да? Ну-ка сюда. 118% уже нормально. Доход у нас обалденный. А лучше тебе маршала нету, как нету, вот есть. Жена опять беременна. Лучше нету, хуже есть. Лучше нету.
задействовать план. Патриарх Ильи теперь на свободе. Мои планы по его спасению отменяются. Илья. Замочите же его, ну. Ее зовут Полеслава, что ли? Ярослава. У нас близнецы. А где твои войска? Вроде у него 12 000. Затраты у нас до хрена. Обучаем дочингу. Культуру полагу. Ну давай. Терпимость покачаем. Пошли вы. Да, эта прическа не очень. Да, только тебя не хватало. Где ты? Где же ты? Охренеть можно, у него еще так мало войска, что ли. Можем помочь.
вроде мы его замочили, да? Сейчас ацтеки тут придут. Да, мы его замочили очень хорошо. Двенадцать лет наш брат сидит уже, да? Судостроение прокачаем. Будем надеяться на это. Деньги как у нас нормально. Нормальненько так. Опа. 18-21. Да забирай. Разграбили этих ребят. Доченька выросла. Карлик. Так вот за трехлетного выдадим замуж.
они воюют с этими, а мы при чем? Охренеть, можно, ничего не понимаю. У нас фракции нету. Ты идешь сюда красть технологии, а ты, родной мой, идешь сюда. Мы заболели. Пока его обучать невозможно. Молодец, парень, собрал там деньги. Казармы можем тут обстроить. Давайте, почему бы нет? Новое государство, да. У нас на Грузии есть какой-нибудь претензии? Нету. Это еще не ясно, есть или нету. Византия проигрывает с Грузией. Сына надо обучать, да? Наследника, точнее говоря. Да, дочь его и будет обучать. Отлично.
лично украли там технологии. Племянница выросла. Жени с Сагата. Да, сейчас тут ацтеки все уничтожат. Половину Европы они завоевывают и потом уйдут. Ну как уйдут? Папа Римский на них крестовый поход созовет и может и победит. Христианство, вторжение с Запада. Племянник у нас. Шотландия, охренеть можно, что здесь Шотландия делает. Англия есть уже. Британия все еще существует. И у нас опасная фракция. Да, пошел ты. Тут ты сидишь или где ты сидишь? Ах, тут ты, да. Ну-ка разберись с этим негодяем. Охренеть можно. 77%. 1890 воинов. Но у нас побольше. Больше никого нету, да? Вот этот парень не очень хорошее мнение про нас. Так что мы его тоже сейчас. Иди-ка ты сюда, собирай деньги. Фабрику и претензии вот тут.
наш брат 15 лет уже сидит. Ну-ка, выпустим его из тюрьмы. Пожалуем ему почетный титул. Пошлем подарок. Выздоровели отлично. Ты как тут у нас такой независимый, а? Призываем всех. Поднимаем этих ребят. Вы тоже сюда. Кроме вас. Не можем помочь, не можем помочь. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ему кто-нибудь помогает? Никто. Ну-ка, убегаем отсюда. Сейчас наши венгры придут и их просто замочат. Основная фракция сразу исчезла, это просто супер. 97%. Распускаем этих наших ребят. Они тут нам не нужны, 100% уже. И, конечно же, он хорошего мнения о нас. Централизация, размер отчины, наместничество. Давайте-ка
поднимем налоги с городов. Так кто это? Второго сына надо обучать. Второго сына мы сделаем маршалом. И на этом все, ребята, я с вами попрощаюсь. Не забывайте ставить лайки, загляните на мой канал «Стратегии со Сталином». У меня там есть тоже прохождение по Crusader Kings 2, по Европа 4 и разные игры. Всем спасибо за просмотр и всем пока.